Это самый быстрый рейд, наверное, в моей жизни был. Я пришел, забрал лут и ушел. А, и у нас еще хилок много. Вот, кстати, я тоже думал манекен поставить себе здесь. Нужная вещь. Так-так, ребята, у нас тут намечается движуха. Мы обнаружили, значит, плот с турелями. И вроде бы никого сейчас нету пока что в онлайне. И поэтому нужно быстренько все это убрать. Так, чё? В смысле, почему не? А, блин, тут же стиги не работают пока что. Блин. Ну тогда план Б. Просто вот так сделаем. Надеюсь. Блин, мейпинг еще засвистел туда. Ой-ой-ой. Так, хорошо себя повернуть. Я совсем забыл про мейпинга. Помянем. Так, стоять. Все. Сиди с окой. Я не понимаю, это получается чувак, это владелец это прилетел? Хз, кто это был вообще? Я ему грудак снял, и он что-то свистнул оттуда. Так. Нашего стегу нужно захилить, поэтому давай-ка все быстренько в стамину. Так, и нужно еще командование ему сделать, чтобы можно было именно им управлять через свист. Вот так. Давай, пошел. Сова, на месте вроде. Давай-давай. Ну, пошел дамаг. Так, все, нужно теперь его повернуть. Роб, сколько там хп у стеги? 8000. Так, я думаю, еще одну ходочку сделаем. Прохилим его и думаю, там уже зарейдим. Там чел пришел. О, очень надеюсь, что это чел не из этого трайба, потому что они просто смогут свалить. А, да, был бы я сейчас на стеге, я бы просто все это вынес за 2 секунды. О, стегу занатили, ничего себе. А где чел? Блин, а так стегу там могут слить. Постой. Чё? Они офнули турели? По-любому это байт. Я в это не верю. Ага, это гизнал. Ну, ладно. Опа, Shadow Main. Так, Shadow Main это уже дело такое. А я на сове, и у меня только ракеты. Ой-ой-ой. Ну, в принципе, нас двое. Опа, еще и плот там поехал. Блин, стигача бы как-то сейвануть, было бы просто хорошо. Ну, наверное, уже никак. Не знаю, что я могу ему сейчас сделать. У меня только граники ракета есть. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Как он не попал? Так, давай-ка я по-другому сделаю. Опа. О, минус грудак. Там чел прямо лох хп убегает. Нужно добить. Блин, все, уже никак. Теперь точно не вернется. Он по-любому сейчас пошел чиниться. Так, нужно свои вещи забрать быстренько. А, там уже теник красный. Сейчас мы его добьем. Блин, у стегача они все-таки забрали нашего. У нас их не так очень много. Готово. Ну что, ребята, погулять выйдут сегодня, нет? Я хочу отомстить. О, там тело есть. Я бы его забрал. У тебя есть крапы? Ай-яй-яй, нет, там турели. Не, они все закрыли, они закрыли его. Уже никак. Не. На, все уходит? Ну ладно. Ну, был веселый кусок контента. Правда, тупой. А, вот. Вот, да.
Сейчас мы все быстренько поставим. Короче, ребята, мы нашли одну киеву интересную на ласте АЕ. Сейчас мы пойдем пробовать зарейдить. Сейчас покажу саму пещеру. Вот она. И самое интересное то, что тут вход довольно-таки маленький, блин, и... Не знаю, придется, наверное, как-то этими рейдить... Ай, черепашками. И что, только на выживших, что ли? Скорее всего, да. Так, а если попробуем на седле? Слушай, не стреляет вообще. Ну я вообще побью. Ага, понял. Ну, тогда, видимо, не доставало, не знаю. Значит, есть турельки на жопе. Ну, посокаем просто и все. О, еще одна не стреляет. Она могла выжить! Нужна просто еще одна черепашка. Так, черепашку я уберу. Мне бы там вообще базу видеть, но тут просто темно и ничего не видно. Бля, у тебя там что, темно? Да. Ну, посмотри. У тебя там дырка. Очку дьявола. Так, сейчас. У меня там светло, замечательно. Улучшенное затенение, да, бери. Пам. О. И ты все видишь, прикинь. Не, я знал про это. Мир заиграл другими красками. Не, хотел просто, чтобы было атмосферно. А, вот, значит, как все там устроено. Так, ну по идее нам осталось совсем немножко. Там всего лишь одна турель стреляет. Ну, по крайней мере, по живке. А, вроде все. По-моему, рассосалось. Хм, похоже на то. Да, сначала я перепроверю. А. Полагаю, это да. Ну да, тогда... Группу командования сделай. Ай, ай. А, именно что в меня. Вот, все, пошла. Я смотрю. А-а-а. А, о, какая-то еще есть шальная. О, она пошла эту турель сукать. Пускай сукает. Там одна турка только. Так, нейтрал. И давай, стреляй. Здесь не просто натуряли, чтоб пошла. Да, ну. Делай бом. О, все, по-моему. Да, по-моему, ничего не осталось. Ну, может, там еще вторая стенка есть? Но это вряд ли. О, чувствую себя как дом. Да, больше ничего нету. Ну ок, тогда я за патрончиками. И это были мои патроны. Так, ну-ка, самое интересное. Лутецкий. У-у-у, шадик. Есть детишки и растущие? Я не вижу. Шадоу мэй неплохо, 41 хп. Че за слоники? Так, ну давай-ка сразу кровать заберем. Вот так, прямо вот тут поставлю. Стеги 41. Уф. Помянем. О, электроника. О, тут очень много угля. О, газопила там была хорошая. Я? Самый ленин. Давай. О. О, не-не-не-не, черт. Убегай. Сейчас тут помру. Ожив, она не травя оставляет. Ой, давай-ка тебе это. Слоник нет. Фу, плохой слон, уйди. Сейчас будет бум-бум. И теперь покажи мне прибыль. Ну-ка. О, металличка, слушай, неплохо. Нам как раз сейчас нужен металл. Патроны там разные, кожа. Короче, тут по ресурсам неплохо. О, слушай, турели. Это найс.
Астродельфиса тут даже есть, ничего себе. Виверна. Забирай. Так, короче, решил пойти на Абер. Мне сейчас... Точнее, нам сейчас нужны хорошие яйца дрейков. Это для рейда, для дефа. Да и вообще, чтобы просто были дрейки. А вот и первое яйцо. Ну-ка посмотрим, а там еще. Это мне нравится. Начало вообще неплохое. 170. Это подойдет. Тут все заглись на меня. Так, быстренько заберем. Все, валим. Короче, налутался, ребята. В общем, у нас вот столько яиц получилось. И, по-моему, топовых только два. Но, в общем, все равно неплохо. Короче, да, нас там чел с воды пришел чекать. И подох. Ну, значит, в нашем споте уже в курсе. Это хреново. Ну, а где твой труп? Я с Мейвинга собрал седло, и потом меня отрубило. А, Вася нашел. Давай? Не. Ну все, тебя перетащил на базу. Фига себе ты заряженный. Оу. Красный дамаг. А вот это уже интересно. Ну-ка, позырим, что там. Телепорт, рипер, страйдер слева. А, вот там чел в таксиуте. Они фармят металл. Слушай, ну выглядит это очень интересно. Страйдер 75-й. С этим я смогу разобраться. Там чел у трансмиттера еще. И у них вроде бы телепорт стоит не так уж и хорошо. А, у них там еще дедики есть. Камни, металл. Ну, короче, ребята, я за стафом пошел. Так, я все взял. Теперь нужно быстренько зарядить костюм. Так, у них тут что, скиф есть? Это ПВЕ. Вот, блин. Это тоже ПВЕ, да? По-любому это тоже ПВЕ. Это вроде бы тот же трайб. Да, блин, я думал, это изи металл. Слушай, по-моему, эти ребята... По-моему, это другой трайб. Сейчас это проверю. О, это другой трайб. Интересно. Окей, тогда, а чё они оставили страйдера так? А, вот он. Чел на рипере идёт. Окей. Вот он там летит. Нужно момент найти, чтобы в него как следует попасть. Все, улетает. Может, смогу добить? Не перезарядка, блин, а он вроде к своей ТПшке. Так, я тебя понял, короче. Я за страйдером. Мы все помянем просто. По-любому лох АП. А, вот он пришел. Может, челика попасть? А. Не-не-не, я этого не дам сделать. Все, минус трейдер помянем. Ну-ка, что там у него по луту? По лютецкому у него нифига, понял. Засуетились, ребята. Они, по-моему, собираются уходить. Но я им это сделать не дам. Ну-ка. О! Он край подит рипера. За край подил его.
Убил чела с рипером. Уф. Надо бы сейчас залутать его. Готов. Все, нужно убирать ТП-шку. Срочно, я хочу залутать рипера. Так, я надеюсь, отсюда достает. Достает, отлично. Готово. Блин, там еле-еле видно геник. Нужно будет фундамент убрать. Да нет, нет, не время. Чё? Чё? Знаете, ребята, мне написали в Дискорде, что... Точнее, бот написал, что что-то типа происходит на базе. Но пока что вот вроде бы все на месте. Тут-то вроде все стоит. Но сейчас посмотрим. Стенки нету. И там стягач. А, нет, все, стенка есть. Подожди, все нормально. О, сова. И стенка тут хилится. Ну это похоже на рейд. Че я топлю? О, а по патрончикам-то у нас беда. Нужно закинуть хотя бы немножко. Блин, вовремя я зашел. О, минус чел. Так, нужно его заграпать. Ну-ка. Ничего себе, у него легендарный став. Нормально. Вряд ли у них противогаза есть. О, минус чел, хорош. Так, нужно быстренько лапнуть Сегу. Let's go. А, да ё-моё. Пущай. Готово. Куда пошел? О, нет, 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 не надо. Давай, давай. Хорош. Так, мне интересно узнать, есть ли турки у самой пещеры в начале. Ага, вот и там так турели, хэвики есть. Понял. Опа, здрасте. А, освободился, блин. Хорош. А, ну конечно, пока я шел за гренами, он уже успел свалить. А у него там прогруз. Может, успею? А если успею, у меня все равно грапов нету. Поэтому, да, это no way. Ладно. Лучше, так у них броня прямо хорошая. Намного лучше, чем у нас. У них легендарная броня. У нас такое... Парочка есть, конечно, хорошая, но не так уж и много. Ну-ка, я сделаю вот так. Опа. Пускай посокается. А вдруг там реально мало патронов? Ну, это, конечно, вряд ли. Опа, 400. 500. Это он с чего так? С блочки, скорее всего. Помянем. Нет, никак. Оу. Оу. Это кто там? Тут. Лол, что там пытался? О, стягача пытался кинуть, значит, да? Не фартануло. Ну-ка, а что у них за стягачи, интересно? Так, нужно статы увидеть. О, ничего себе. Нормально так, по хп 56. Знаете, я подумал, почему бы не пофатиться с ними сверху? Так, чисто немножко ПВП. А почему он не хочет? Вниз, под воду. О, хорош. Да, я, короче, хочу немножко ПВП. Так, и теперь по стелсу. Я хочу, чтобы была неожиданная атака. А, вот они, вижу. Ну что ж, погнали потихоньку.
Потихонечку. Блин, а вот тут мне придется прыгнуть. Только не спалите меня. Ну что, начнем? А там Мэйвин как раз. По нему я отработаю. Пока они там не спалили. А, вот там Рипер. А он не успеет. Там у Мэйвинга по-любому лоу хп. Готово. Да, они не понимают откуда. Слушай, не понимаю, где турели? Были же турели, там тег турели, хэвики. Вот это все делось. Не понимаю, либо они все убрали и свалили, либо у меня просто не прогружается. Ну там же Рипер был. И живка вроде бы снизу там тоже есть. Ясно. Такое вообще бывает, чтобы целые турели со структурами не прогрузились. Офигеть. О, а теперь все видно, кстати. Что это такое? Привет. Опа. А чё, он типа обо мне знает, но дальше рейдит? Что-то у меня плохое предчувствие. Пойду-ка я, ребят, назад. Что-то, я думаю, они там уже что-то делают. А, кстати, по логам. Ой-ой-ой, они там уже движуху устроили. Чё они там уже натворили? Стенка на месте. Это хорошо. О, фигач, они уже до сюда дошли. Блин, это плохо. О, капнутые седла, ну конечно. Нет, 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 нет. О, помянем. Справился. Стенка сейчас стоит. Но хэвиков нет вообще. Еще этих мешков с лутом просто полно. Нужно залутать. Блин, трапы, ребята, я забыл поставить, поэтому не зарашили. Нужно про них не забывать. Не шутя. Так турели хочет зарашить. Интересное приключение. Так, хэвик нужно поставить хотя бы один, чтобы... Сбивала эти ракеты. Но они там опять рашут. Блин, даже починить флаг не дают. Ребятки. Постоянно движуха. А, он его занетл уже его? А, все, понял, он рашит. Так, нужно флешками, наверное, застопить его максимально. Есть. Хороший минус чел. Флешки просто мастхэв, ребята. Где второй? Ну, соло, что ли? Чё? Не шутя, 300 IQ мувы. Да, у них сейчас по-любому таймер, поэтому давайте по-быстренькому отремонтируем стенку. Так, тут слиток, металла есть. Косарик заберу. И паста, паста, паста. Там опять что делают? О! Ребятки... Не надо. Тут нормально. Вот тут черная просто. Отлично. Все отремонтировал. Эскейте, там и в видик попадем. Я хочу стать звездой Ютуба. Че они там делают? Лол. Ну-ка сюда. Не повезло. Не фартануло. Слушай, а если забейтить еще одного? Лол. Вы че, ребята, серьезно? Чисто фарм брони. Оу, опять? Ну, давай поиграем еще.
У меня граплов. Есть. Что? Хорош! Хорош! Просто спасибо. Понял. А знаете, что самое забавное в этом дефе? Что это не основной вход. Это фейковый вход. Главный вход же он под водой. То есть до нашей базы никак не пройти именно с того входа, который они пытаются рейдить. Я, по сути, могу даже не дефаться. Не, ну все равно задефаюсь, там броня хорошая у них. Хочу на максималке залутаться. Знаете, я подумал, почему бы не поставить тролль прямо вот, чтобы смотрел... Еще флаг. Это деду надо. Флаг хороший мне всегда нужен. Как бы так поставить, чтобы смотрела прямо на вход, и чтобы еще от геника запитывалось сюда, наверное. А когда будет новое видео? Через дня, наверное, 2-3. Примерно так. Я понял. И долго еще собираетесь сидеть? Да ну не знаю, время пока есть у нас. Короче, они попытались еще минут 20 что-то сделать, но в конце концов так ничего не получилось, и они решили уйти. Но перед тем, как уйти, они мне дали подарок. А какой подарок они мне дали? Вы узнаете уже в следующей серии. Кстати, следующая серия будет последней, и, судя по материалу, который мне остался, довольно-таки длинный. Я мог бы все это разделить на две части, но я знаю, что вы любите большие ролики, поэтому считайте, что это подарок. Все, короче, я уже хочу его монтировать, но перед тем, как я пойду монтировать, нужно выбрать кодовое слово. Так, стоп, нет, не выбрать, подожди, я забыл. Короче, исключение для этого видоса. Пишем кодовое слово 15 декабря. Это отсылка к следующему сезону. Те, кто в курсе, молодцы, а те, кто не знают, о чем речь идет, давайте я спойлер чисто на миллисекунду. О, все. Кто успел, тот успел. Кто не успел, не знаю, как-то там покадрово посмотрите. Короче, я погнал для вас монтировать последнюю часть. Ну, а мы с вами увидимся в следующей серии парку. La revedere.